все перемены, чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусов, бактерий, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области облачно и пасмурно, осадки в виде небольшого снега, температура днем -1, -2 градуса, ночью 3-5 ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи, пройдет снег, днем -2, в темное время суток 5 градусов ниже 0, западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо и снег, днем -1, ночью -3 градуса, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, выпадет снег, в дневное время -3 градуса, ночью -4. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.